Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посвятить вам бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это АЗС в городе Рыжевск. Здесь вы можете заправить свой автомобиль самым дешевым и качественным бензином. Заезжайте только к нам и заправляйте. Итак, всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Free Play, первый сервер. Моник здесь Кирилл Футбуль, не забывайте вводить моник по регистрации. Это вообще не запланированная серия про дальнобойщиков. Мне подписчик кинул модельку. Большое ему за это спасибо, Кирилл Соловьев, тезка, привет тебе, передаю. Итак, он мне скинул заменку на КамАЗ, а именно это получается Volvo, там, по-моему, заменка. Если я сейчас не рукожопой все правильно сделал, то, по идее, у нас должна сейчас она появиться будет. И вроде бы как она не баганная, потому что я искал модельку хорошую на КамАЗ, но ничего не нашел. Вот подписчик кинул, так, а вон поехала, по-моему, Volvo, да? Или чувака другая заменка стоит. Возможно, чувака просто другая заменка стоит. Ну давайте попробуем. Извини, дружище, ты не успел. Так, вот это Volvo. Так, ага. Колеса у него нормальные, я так вижу. Что колеса. Так, колеса вроде бы нормальные, да. Как и должны быть, в принципе, на фуре. Так, давайте сейчас проедемся на ней, протестирую, если она нормальная, пацаны, я оставлю на эту модель ссылку в описании под видео. Так, давайте я сейчас на ней хотя бы один рейс сделаю, потом уже сделаю вердикт этой модельки. Вроде бы нормально, у подписчика еще прицеп заменил, он типа говорил, давайте скину, но прицеп я почему-то не захотел. Так, ну, колеса вроде бы не узкие, это уже хорошо. И они не проваливаются. Хотя вот это колесо немножко вроде проваливается. Хотя может это место такое просто. Так, давайте ладно, проедемся. Не будем сразу же на модельку гнать. Это Volvo у нас. FN12, короче. Сейчас протестируем ее. Заодно сниму вот серию. Сейчас будет дальнобойщика. На новой модельке. Протестируем ее. Вот чувака, что-то моделька прыгает. Кстати, возможно, у нее заменка стоит другая. Просто я не знаю. Ну, сейчас прокатимся и уже посмотрим. Хорошая моделька, нехорошая. Не, ну что могу сказать сразу, что моделька вроде бы не баганая, едет довольно-таки хорошо. Я на КамАЗе сейчас. Если что, это заменка на КамАЗ. Возможно, я это не сказал. И, блин, среди всех моих заменок, как я ставил, это, блядь, самая охуенная. Реально подписчику большое спасибо. Но я не буду еще заранее там загадывать. Сейчас хотя бы один рейс сделаем. Так, как она здесь проезжает? Спокойно. Так, здесь она проезжает спокойно. Бля, чувак, что ты в АФК уходишь? Так, извини, чувак. Блин, хотел... Он мог нам дорогу уступить, либо мы ему могли дорогу уступить. Я его даже что-то не видел, короче. Так, у нас здесь люк идет, в принципе. Не, ну вроде бы сама моделька неплохая. Это я могу сразу сказать. Но именно... Как она себя ведет вообще, мне интересно просто. Блин, моделька довольно-таки хорошо управляется. Может, это самовнушение, но... Блин, она так рулится в натуре. Смотрите, КамАЗ так не рулился, я вам скажу. А вот это прям, блядь... А из-за того, что, наверное, она низкая, она хорошо управляется. Вообще охуенно прям. Просто. Управляется. Ну, видите, у других она немного прыгает. А, не, у чувака прицеп прыгает. Может, из-за того, что у него заменка. Поэтому я не знаю. Но так, вроде бы, моделька без багов пока что. Так, нам выпал рейс на шахту, в принципе, это хорошо. Давайте сейчас я вам, чтобы я не ставил на паузу, просто сейчас вам давайте разгонимся до скорости. Ну, оптика тоже довольно-таки хорошая. Так, разгоняемся. Кстати, ну, блин, реально хорошая моделька, я вам скажу. Симпатичная такая. Блин, спасибо большое подписчику, реально. Я уже понимаю, что это хорошая моделька, в принципе. Да, номера не русские, в принципе, да, но все же. Просто КамАЗ реально немного надоел уже, и хотелось на разнообразие, и реально подписчик очень помог, скинул модельку мне. Хотя я даже ни у кого не просил модельку, но все же, блин, большое ему спасибо. Он играет на 06 сервере, поэтому... Да, но все равно смотрит меня. Это очень приятно.
Так, давайте доедем уже до сюда. Аккуратненько заезжаем. Все, спускаемся. Так, я еще альт сейчас держу. Хм, ну вообще нормально. Здесь у меня КамАЗ на самом деле переворачивался, если на всей скорости на лите ехал, а здесь. А вот эта моделька довольно-таки нормально так заезжает. Так, отлично. Не, ну мне вот эта моделька нравится довольно-таки хорошо. Мы еще подробно ее рассмотрим, салончик посмотрим. Давайте я, не знаю, может скриншот такой сделаю. Давайте загрузимся. Блин, не, реально моделька качественная вроде бы как. По салону я там не вижу, что вообще там происходит, но вроде бы все нормально. База же такая самая, как у КамАЗа, по идее, поэтому проблем, я думаю, не должно быть. Volvo. Да, это, конечно, старая Volvo, не новая, но все равно моделька довольно-таки симпатичная. Так, что-то мне чувак тут пишет. Привет, можешь крузак заспавнить? Что? Какой-то он странный. Давайте я пока чуваку машину заспавню. Крузак. В данный момент кем-то использую. Сколько платят? Ну, мне платят 13600. 600 за рейс. А так, если с нуля работать, то где-то 9 или 10 тысяч за рейс будут давать. Все, поехали. Куда мне хоть выпало, я что-то не глянул. Так. Арзамас. Все, поехали в Арзамас. Прокатимся. Вообще, если что, это не в плановая серия. Просто я решил протестировать модельку и заодно показать вам свои живые эмоции. Первые эмоции, когда я увидел эту модельку. Протестировать ее. Ну и как раз я поделюсь с ней вами. Ее просто легко будет остановить, пацаны. Скачивайте, как это crazy. Там есть выбрать файл, выбирайте модпак Амазинга. Потом выбирайте те два файла, которые будут по ссылке в описании. Просто добавляйте их заменой. Вот и все. Там очень легко это делается. Поэтому я даже снимать это нету смысла. Ух ты, какой дрифтун ты, ёпту налево. Вот это я бочком зашел, аж испугался на самом деле. Ну, прицеп, конечно, пиздец габаритный этот. Надо было, наверное, подписчикам все-таки взять заменку на прицеп. Там прицеп такой красивый, маленький, узенький. Можно было его взять просто и все. Ну ладно, сейчас давайте выгрузимся, получим заодно свои бабочки. Все, останавливаюсь. Не, ну моделька реально красивая. Сейчас давайте я выйду специально. Так. Ну по салону здесь ни хрена не понятно, потому что я его не вижу. Ну салон, да, здесь не очень, я думаю. В принципе, так, давайте я выключу этот первого лица. Хотя нахрен я выходил. Ладно, пофиг. Все, заново начинается обратно. Ладно, все, ждем, пока я выгружусь. И поедем, наверное, сделаем еще один рейс. Все, я выгрузился, можно разворачиваться. Не, реально моделька нормальная вроде бы. Не переворачивается, ее не клинит. И, блин, ничего с ней, короче, не происходит. Нормальная моделька, которая не лагает. Это очень хорошо. Я ее себе оставлю, буду на ней гонять, в принципе. На этой модельке. Ну, довольно-таки шустро еще, знаете. Как-то побыстрее начал ускоряться. Возможно, это мое самовнушение, но вроде бы, блин, отличная моделька реально, очень хорошая. Еще раз большое спасибо подписчику Кирюхе, тезке. Так, снова, короче, заезжаем сюда. Обратно подписчикам не в серию попадает, Дон Кинг. У меня на счету нету, я бы ему ответил. Просто не хочу писать в чат дальнобойщика, отвлекаться, короче. Поэтому сейчас загрузимся по бурику. И поедем еще один рейс. Реально моделька хорошая, я что-то сильно разогнался там, где проезд такой идет, змейкой, короче, вон там. Ну, я думаю, все знают, короче. И разъебался малеха, ну ладно. Ну, повреждений модельки, ну, вроде бы никаких нету даже, повреждений особо. Поэтому, да. Не, нормальная моделька, блин, 10 можно, реально, годная. Достойно, достойно. Так, только не в южный. Батырева. Ой, как я тебя люблю, рандом. Батырева, заебись. Все, поехали. Так, погнали. Вперед. Тильки вперед. Блин, на этой модельке реально можно боком вперед заходить, и это очень круто.
Не, не то, что это скай, типа, по дороге, а если зажимаешь тормоз, поворот, она фура именно боком становится немножко, и тупо дрифтом заходишь в поворот. Ну и кто там дэмит, блядь? Блядь, нахуя просто дэмить людей, я вот не понимаю. Я просто на светофоре стоял, там чуваки на Ямахе, просто всех дэмит. Видите, он на тачке сломанный, по-моему. Бля, ебать, рыжик аж отлетел просто. Так, наш кабан стоит. Что наши все тачки, пацаны, сломаны, блин. И спамить денег их нету, там осталось 140 тысяч в общаке, и все, блин. Серьезно. Как бы надо, блин, помогать. Хотя бы 10 тысяч, если кто-то в день ложил бы. Так, давайте я вот так подъеду, выгружусь по бырику. И поедем уже дальше. Надеюсь, нам сейчас на лесопилочку выпадет, и мы поедем еще один рейс. Блять, вот реально, почему-то возле лесопилки у меня краш, либо серпи загружается. Я не знаю, с чем это связано, пацаны, меня это уже так заебало, пиздец. Каждый раз, когда иду рейс, такая хуйня происходит. Так, и нам выпадает на лесопилочку. Заебись, еще один рейс можем сделать. Три рейса за серию, думаю, будет нормально, пацаны. А с вас обязательно лукасы. Так, вот я доехал. Блин, Дон Кинг, я бы тебе ответил, блин, но у меня денег на счету нету на телефоне. Попозже тебе отвечу после серии. Киря, босс. Да ёб твою налево, блин, он не знаю, блин, он типа хочет моим личным водителем там быть. Все дела, но как по мне это какой-то бред. Блин, как отсюда теперь выехать? Видите, сколько фур стоит. И все пацаны в ФК уходят, когда приезжают сюда. Так, дружище, да я выйду. Ой, как ю... Блять, ну какого хуя? Алёша, блять, я ебал просто. Вот что ты в ФК уходишь, нахуя? Алёша, блять. Теперь у меня, сука, прицеп нахуй, пиздец ему. Ой, бля. Проезжай, блин. Быстрее. Блять, какой же ты лагающий придурок, серьезно. Вот нахера в АФК уходить, тем более в таком месте, на выезде, блин, ну, пиздец. Я вот не понимаю таких людей вообще. Как мне теперь здесь развернуться, хер его знает. Так, вот снова мы подъезжаем в порт. Так, давайте разъедемся все аккуратненько. Чтоб все было нормально. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, чувак в АФК вышел. Молодец вообще. В таком месте сейчас бы в АФК уходить. Ну серьезно, зачем в АФК уходить, я не понимаю сразу. Вот остановился до полной остановки. Все, тогда можешь в АФК уходить. Прими ФОМУ. 269 ID. 269. Это у нас какой уровень? 19. На 19 еще можно. В принципе, исключение сделать. Вообще с 20 только принимаю. В южный, пацаны, в южный, наконец, да? Мне, блядь, сегодня целый день в южный не упадало, а тут выпало в южный. Вообще замечательно просто. Так, все, поехали, значит, в южный. Самый наш долгий рейс будет, я думаю. Сейчас как раз по трассе раскочегарим нашу Вольву. Ну, вообще-то КамАЗ, но пусть будет Вольва. Сейчас ее раскочегарим, в принципе, и будет все заебись. Смотрите, бачком зашел просто, ушел, да, ушел. Блин, нормально валит. Такое ощущение, что на новой модельке она быстрее даже ускоряется как-то. Возможно, это я уже как-то придумаю. Ну, не знаю, не такие ощущения, что, видите, у меня другой КамАЗ сзади меня, который ехал, вообще догнать тебя не может. Жестко, конечно. Ему того чувака еще догнали. Почти. Но он на чем едет, интересно? На такой же машине, как и мы? Так, смотрите, я его догоняю. А ну, давай. А на чем он едет? На чем он едет? На Казе или как он? Крас. Так, я не вижу. А, ну да, у него помедленнее, чем у меня будет. Ну ладно. Да, обгоняем его. Дядя Петя, да, я проеду. Благодарю. Оп. Все, заебись. И пошел. Главное, чтобы сейчас мост не был поднят, потому что, бля, меня херит, когда я рейс катаю и мост поднят. Так, крючок вам дэмит, или мне показалось. Кстати, у меня, блядь, у машины ХП довольно-таки маловато.
Ладно, я думаю, сможем доехать этот рейс. Если либо у меня крашнет, блядь, либо еще что-то, блядь. Так, пробуем пройти это змейкой. Оп, оп. Реально какая-то маневрная вот эта моделька, смотрите, просто прошел как нихер делать, реально. Не, ну бля, охуенная моделька, вас наставлю в описании, на нее ссылку обязательно. Так, поворачиваем. Оп. Все, замечательно просто. Просто замечательно. Надеюсь, нам на лесопилку выпадет. Хотя, если выпадет в Арзамас, то доедем, поедем через Рыжевск. Так, мы уже подъезжаем, в принципе. Опачки. Сейчас попробуем по ней подрифтить на этой фуре. А ну, здесь же место есть. Ой, извини. Сорян, сорян, сорян. Не, здесь что-то не... Я... Она не может дрифтить здесь. Он ФК вышел, да? Не, ну, по идее, она очень даже маневренная должна быть. Так. Все, выгружаемся, короче. Так, все-таки нам Арзамас выпало, поэтому мы будем ехать через Рыжевск. По идее, да. Ну, не знаю, я... Хотя можно поехать через базу дальнобойщиков. Так, не показалось, что там кто-то дымил. Или это столб типа упал. Такие искры какие-то были. Ну ладно. Так, о, зеленый, зеленый, давай. Пушка просто. Здесь как боком сейчас зайдем. Но это не точно. Бля, охуенно зашел боком, пацаны, просто. Лучше не бывает. Самое лучшее прохождение боком. Так, тебе надо перекинуть на эту сторону. Угу, хуй я это сделаю, да? Блядь, она ёптва налево. Это просто пиздец. Все, приехал нахуй. Даже сесть я не могу теперь. О. Так, ну. У меня ремки нету случайно. Кит. Охуенно, ладно. Давайте проедем сюда. Сейчас я уверен, мне сейчас деморг дадут, либо еще бан дадут. Скорее всего. Ну, попробуем доехать отсюда. В принципе. И, ну, я просто улетел, блин. Это нормально, бля. Так, быстренько забегаем, покупаем ремку. Ай, непредвиденные расходы, пацаны. Ремкомплект. Все, погнали. Было заранее с собой. Надо сюда заранее с собой ремку, на самом деле, брать, пацаны. Мой вам совет. Так, repair car. Все, поехали. Сейчас прицеп заберем быстренько и поедем в Арзамас. Мне починил фуру, если какие-то хрени появились. Кто знает, что это такое вообще? Не, ну смотрится прикольно, конечно, но я не знаю, что это такое. Так, вот мой прицеп стоит, слава богу. Так, все, подцепляемся и едем дальше. Оп, все, едем в Арзамас. По Бырику сейчас через Рыжевск шкурнем. И все. Бля, мост поднят. Ну, что делать, ждать придется. Он только поднялся. Или он уже давно поднят. Давайте я пока вот здесь сбоку встану, чтобы никому не мешать, во-первых. И подождем, пока мост опустится. Потому что там стоять это... Блядь. Нет, только не это. Во, все. Вот так встанем и будем ждать своей очереди, когда уже мост опустится. Так, все, мост опустили, мы можем продолжать наш путь. Длинный, непростой. Так, давай. А, я хотел подпрыгнуть на фуре. Не успел. Ладно, погнали дальше. Сейчас быстренько спустимся. Я, на самом деле, всегда езжу вот этим маршрутом, если мне выпадает, типа, с южного в Арзамас. Сейчас вам покажу этот маршрут. Я уже его показывал много раз. Но давайте я покажу вам еще раз его. Так, это, получается, на третий рейс. Да, ну, нормально. Сейчас у меня будет около 100 тысяч, в принципе. Не, работа дальнобойщика очень хорошая, прибыльная. Вот если ты левел прокачал нормально, хотя бы как я. Я считаю, что 12 уровень это уже нормально, в принципе, получать. Вот при X2 я получаю 20 тысяч, при X3 получаю 27 тысяч. Это довольно-таки хорошо. Блядь,
Ёб твою налево, вот это было жестко, блядь. Угадайте, что произошло? Правильно, меня крашнуло, блядь, пиздец просто. Извиняюсь за мать, пацаны, но просто реально уже задолбали эти краши. Сегодня меня крашнуло, потом сервер перезагрузился, потом вот снова крашнуло. Не знаю, с чем это связано, возможно, да, просто криминалку переустановить. Ну, ладно, мой вердикт такой. Моделька очень хорошая, спасибо подписчику Кириллу Соловьеву, что скинул мне эту модельку. Как бы я на нее ссылку оставлю в описании, скачивайте, устанавливайте через GTA Crazy и катайте на ней. Все, всем пока-пока. Итак, вот как обычно будут ответы на вопросы. Последнее видео у нас это про обслуживать заправку. Кстати, как вам новое оформление канала, напишите, пожалуйста, в комментариях. Сделал Вова, он же Монро, Джейсон Монро, кто его помнит, то пишите в комментариях. А мы погнали отвечать на вопрос. Итак, первый вопрос. Почему старая интро в Slash? Да потому что новая интро многим не понравилась, и поэтому я прислушиваюсь как бы к своей аудитории, я вернул просто старое интро. Кирилл, ты в курсе, что у тебя монстр сломан, поэтому он едет 77, а на самом деле он едет 120 км в час? Нет, дружище, ты бредишь, потому что в стандартной криминалке монстр едет 77, и 120 у них никак не может, разве что с чипом, наверное. А куда пропала заменка на монстр? Я ее снял, потому что она мне надоела. Я ее просто убрал и поставил стандартный монстр, но с другими уже колесами. Сможешь исполнить мою мечту, Кирилл? Ну, смотря какая это мечта. Слушай, а в новом модпаке будет заменка твоего монстра? Я не знаю, честно говоря, но скорее всего нет, потому что нормальной модельки на монстра особо нету. Деньги можешь пропадать, потому что у тебя заправка 30 рублей за литр, а один товар 35, поэтому ты в минус уходишь по бизу. Ну да, я согласен, но делать бензин за 40, за 50 рублей я не хочу. Киря, а где твой изи фрапс? Так то круто вчера повеселились, мы на ППС, а ты на дальнобойщиках. Во-первых, идите нахуй. Во-вторых, у меня фрапса никогда нету и не было. А я просто не снимал. Если бы админ не тпхнулся, я бы вас просто послал нахуй и офнулся. Мне одному непонятно, почему ютубер ставит лайки на комментарии. Я ставлю лайки на комментарии, которые мне нравятся. Как бы, вот это все просто, как бы. Сложно, ахахаха. Ну, как сложно? Я просто показал, как это владеть АЗС-кой и с чем вы можете просто столкнуться. Вот и все. Ну а на этом вопросы закончились. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.